Сегодня в Советском районном суде Омска вынесли приговор двум предпринимателям. Романа Безверхова и Алексея Кожина обвиняют в производстве контрафактных деталей для поездов. Как следует из материалов уголовного дела, мужчины наладили производство деталей для сцепки вагонов. Экспертиза показала, на подвижных составах, в которых есть омские металлические конструкции, путешествовать опасно. Безверхов и Кожин вину не признали. Какое решение принял суд, смотрите завтра в программе «6». Уроженцы села